Всем привет, ребята! Сегодня будет довольно такое маленькое видео и короткое, потому что я с моей мамой, решила поймать привидение. Говорят, оно спрятано где-то в парке. Ладно. Видео не будет коротким. Ну и так. Давайте начинать. Как раз темное время. Как раз пора, чтобы сделать это дело. Первая ночь с привидением. Прошло все хорошо. Мы искали привидение везде, только нашли козу и маленького щеночка, который надел дела. Ну, за ним это, конечно же, выкинули. Потому что... Мы пошли обратно домой. Оф, я ничего вам не сделал. Он зацвета какашка. Ребят, вот вам лайфхак. Разноцветная какашка. Все. Разноцветная какашка моя. Мама, я ее беру с собой. Я ее люблю. Я съела ее! Что? Да, любимая моя, я тебя все люблю. Цветочек себе. Так. Не надо тут драмы устраивать. Идем. Лучше привидение искать. Сейчас уже, в принципе, утро настало. Дайте пока посидим. Поедим мороженого. Мам, не, ну а чё? Поедим мороженого. Поели мы мороженое. Тут какое-то странное мороженое. Ну, сладкое. Нет, малышка, тебе нельзя мороженое. Так, давайте попьем. Вкусный сок. Я съем грушку. Я яблочко. Ням-ням, мы наелись. Пока мама мне порассказывала истории, уже давным-давно наступила ночь. Вторая ночь. Все люди испугались, когда смотрели на это дерево. Они сразу убегали. Мы не понимали, почему. Но потом мы узнали, почему они все убегали. Оказывается, просто привидение уже где-то вышло. Мы пошли искать привидение. Но привидение ниоткуда бы не выходило. Мы все кусты опускали, но ничего не было. А потом мы пошли домой спать. День третий. Мы гуляли по парку. Как весь народ, который ушел вчера, вернулся в парк погулять. Мы были в шоке, сколько много народа. И все почему-то говорили про какого-то привидения, которого они вчера видели. Мама решила подслушать. И я вместе с ней. Она со мной поиграла, иначе я на первом месте. Какие-то шарики посыпались.
Все люди собрались, чтобы послушать разговор. Они говорили про какое-то привидение. То наступила ночь. И потом все люди от шока убегли. Дети даже заплакали. Все улетели, как их не бывало. Подростки даже плакали. Им было очень страшно в этом лесу ночью. Я испугалась. Мама меня успокоила. Сказала, мы сильные. Мы сможем поймать этого привидения. Мы пошли смело, и я маме сказала, давай я дергну за вот эту вот штучку. Я дергнула. Раз яйцо, два яйца. Открыли одно яйцо. Появился мастер какашка. Второй камень. Появлялись только вот такие яйца. Мы не понимали, почему нам конкретно не попадает нормальное что-то. Мы понимали, что привидение просто скрывает. Дает нам такие вот яйца, просто чтобы нас удивить яйцами и отгнать нас. Но наконец-то появилось то яйцо, которое может быть с привидением. Мы открыли его. Там был просто какой-то игровая штучка. И тут наконец-то показалось привидение. Оно огрызалось к нам и вырывалось из рук, но показывало свои агрессии нам. Мяу, мяу, мяу. Оно показывало свои агрессии по полной. Оно злилось на нас и царапало нас. В итоге я расплакалась, потому что я была вся в шрамах. А мама силой забрала его. И мы пошли делать что-то с ним. А я пошла искать новое привидение. Да, хоть мне и было больно, я хотела всех людей избавить от привидений. Но оказалось, больше не было привидений и всех. Я решила всех выкинуть. И просто-напросто сказать маме, не надо, пусть привидение живет. Выкинь его. Саша, но ты сама была виновата тогда, когда просто шла сама в лес. Без нас. Да, я понимаю, но отпусти его, сказала я. Мама его отпустила, а само привидение пошло в мусор. Мы тянули. Появлялись яйца. Привидение не выявляло снова себя. Потом мы решили просто его оставить в покое. И спокойно пойти погулять. Все люди были счастливы. Как мы убрали привидение. Все смеялись. Только одна девочка плакала, потому что сильно перепугалась. Все смеялись. Но зато играли. У всех настроение улучшилось. Они поиграли в конкурс. А потом поиграли снова в конкурс. Победила маленькая девочка. Но она была на втором месте. На старшей сестре я посадила на самое первое. И очень было прикольно тогда.
Люди дрессировали собак. Все было хорошо. Думаешь, а мы избавились от плохого привидения. И жили мы долго и счастливо. Конец. И вы поняли теперь, что яйца просто так из этого вот, из этой штуки не сыпятся. Ребят, и пользуйтесь этим лайфхаком, потому что вообще это была не история, а лайфхак. Давайте посмотрим, чем мне удастся получить снова вот этого вот привиденюка. Да, у меня получилось, ребята. Ну и всем пока-пока. Сейчас только всех удалю. Кстати, это шапочка для Крампета и для вот этого вот маленького чемпионка. Потому что мама его чуть потеряла. Они уже идут домой спать. Так что всем пока-пока. Да и люди уже уходят. Потому что поздно. Нагулялись просто уже все.